Так, смотри там. Как зовут? Валера. Все, давай. Еще постараюсь. Хват обратно сделай руками. Вот, да, вот так вот. Чтобы я не сцепился, да? Да, в любом случае тебе цепляться нельзя. То есть, расцепляй руки вперед. Да ну нахуй. Нахер я это дело. Я привык спрыгивать все время не с такой, а сидя. Ну чё, жизнь такая. Я не думал, что так долго стоять буду. Надо же прыгать, да? Да, надо. Готово, серый? Залез почти. Да блин, страшно что-то. Хули делать? Прыгать все равно надо. Да? Да, надо. Фу, почти было. Опа-на! Сейчас, подождите. Да ну нахер! Все, я затрёсся. Да ты что так будешь делать? О! Да ёх! Не держись руками, это очень опасно. Да? Да. Надо так, короче? Да, можешь за веревку взяться? Не надо. Да ну нахер. Хотел, надо делать, да? Вот это я очкун что-то. А? Да подожди! Уже бы внизу был, да? Так. О, здорово, пацан. Я все не решусь. Я тебя понимаю. Ну, блин, ничего, что я так долго собираюсь? Чего? Время. Последние 2 минуты и все. Да? Так, если я так прыгну, веревка же обойдет, да? Да, она сбоку будет. Развернет тебя. Не цепляйся рукой, говорю, левой. Да ты что такое, а? Ладно, давай. Я вас догоню, я на машине, хули. Давай, давай, ну давай, хули. А! Давай! А! А! А, сука! Так, последние полминут. Все, спасибо.
опана, пандорики. Оп. Оп. Почти вкус спиной. Че? Ну-ка, улыбочку.